Весна, тепло, автомобиль, мокрая тряпочка. Зачем мне все это нужно? Все дело в том, что сейчас будем проверять один старый народный интернет-лайфхак. Развирусился по интернетам один способ, как исправить вмятину на пластиковом бампере, либо на железной двери. И сделать это, как выясняется, можно при помощи вантуза. Работает вантуз как выпрямитель вмятин или нет, сейчас проверим. Прежде чем прислонять вантуз к бамперу непосредственно, нам понадобится его как следует протереть. Для этого нам нужны салфетки. Обязательно детские. Вот прям обязательно детские. Без детских салфеток вообще не обойтись. Прям вот не должно быть никакой грязи на месте соединения вантуза и бампера. Друзья, для того, чтобы это все заработало как следует, нам нужно увеличить КПД нашей импровизированной вакуумной камеры. Как это сделать? Нужно как следует намочить всю эту историю теплой мыльной водой. Тепленькая. В общем, смачиваем, пробуем еще несколько раз. Надо сказать, что в первый раз пару раз на сухую дернули, и видно, что вот по окружности, вот здесь вот, уже вмятина становится менее глубокой. Посмотрим, что будет, если смочить всю эту историю. Сложно у этой всей истории, конечно, геометрия. О! Надо поймать момент просто. Ну, почти, почти. Совсем по чуть-чуть, понемножку вся эта история выправляется. Суть в том, что это не совсем вмятина. Это конкретно залом. Здесь мы видим острые углы от какого-то действительно серьезного предмета. Вероятнее всего, это был забор какой-то угловатый. И такой залом именно вот этой штукой исправить не получится до конца. А вот если это какая-то вмятина на двери, на боковой, то вот с этим можно уже поработать. Приступим. Есть у нас на телеканале специальный отдел, называется отдел битых машин, которые не жалко для эксперимента. Вот есть у нас как раз такая, но вмятины на ней нет. Поэтому мы ее сейчас возьмем и сделаем. Получилось? Ну что, вмятина получилась солидная, вот видите, она практически огромная. Сейчас мы ее каким-то образом будем пробовать исправлять. Ну, ни пуха, ни пера. Еее, получилось! Получилось, вот она здесь была, ее все, ее больше нет. Если во время ДТП не повреждено ребро жесткости внутреннее в двери и вообще, в принципе, вмятина не глубокая, но просто большая по своей площади, то, в принципе, листовой металл легко отгибается и обычным сантехническим вантузом. Однако же, в различного рода мастерских по кузовному ремонту такая история начнется от 2-3 тысяч рублей за вот такие работы. Этот вантуз стоит 88 рублей, считайте сами. Подтвердили работоспособность народного лайфхака Слава Громов и Константин Шубкин. Да, у меня грязная... Да, у меня грязная... Ты молодец, ты заметил, у меня грязная машина.